Мои приветствия с Абу-Даби. Продолжение темы транспорт. Произошел такой у нас инцидент. Сегодня пробили колесо на машине. Приехали на контору Bridgestone, где продают и ремонтируют шины. Здесь просят 80 дирхам за заклейку колеса. Это дорого, мы платить сколько не собираемся, поэтому мы поедем к пакистанцам за углом, которые это сделают за 20 дирхам, то есть в 4 раза дешевле. Вот приехали мы на то место к пакистанцам, которые поменяют нам все то же самое за 20 дирхам. Так это все выглядит, вот наш автомобиль. Ребята, красавцы, за 20-ку сделают. Guys, thank you very much. Good job. Подписывайтесь на Абу-Даби без цензуры ВКонтакте.